В поселке Новознаменском в июне откроют физкультурно-оздоровительный комплекс. Готовность объекта оценил глава Краснодара Владимир Явланов в рамках рабочего визита. Это уже второй комплекс в Краснодаре. Его начали строить в 2008 году в рамках краевой программы «Краснодару. Столичный облик». Объект включает в себя тренажерные и спортивные залы для занятия единоборствами, игровыми видами спорта и художественной гимнастикой. Также в здании есть вся необходимая инфраструктура – от раздевалок до конференц-зала. Строительство практически завершено, уже завезен инвентарь. Подрядчик отчитался Владимиру Явланову. Осталось закончить строительство котельной и ввести ее в эксплуатацию. Мэр ответил, до назначенного срока 2 недели. И поручил решать все возникающие вопросы и проблемы оперативно, вместе со специалистами городской администрации. Также градоначальник осмотрел прилегающую территорию комплекса. Ее площадь планируют использовать по максимуму. Здесь будут установлены 2 теннисных корта и многофункциональная спортивная площадка с безопасным покрытием. Глава Краснодара отметил, важно также закончить благоустройство всей прилегающей территории. В эти дни вытаскивайте сюда подрядчиков, которые занимались благоустройством, приводите все в порядок, освещение работает. Сколько у нас времени уйдет на подключение электроэнергии? Ну, я думаю, вот мы должны за неделю, то есть до выходных или понедельник максимум.